Добрый день, друзья! С вами канал «Дали от города» и я, Нина Коновалова. На дворе март месяц. Все дачники-садоводы занимаются посевом семян на рассаду. И, собственно говоря, я сегодня хочу с вами поговорить о своем средстве, которое я использую при посеве семян, для того, чтобы схожесть была быстрая, чтобы растения были крепкие и в дальнейшем, чтобы они не переносили стресс при высадке в открытый грунт. Итак, вот обратите внимание, это значит недельные семена помидор. Я в этом году сажаю черри, значит, и вот это вот, значит, семидневные. Это я показываю вам семена помидор шестидневных. Здесь у меня начинают сходить, значит, желтый перчик. Видите, еще не все взошло, но поскольку перец и баклажаны сходят намного дольше, чем помидоры, тем не менее, на 2-3 дня, значит, схожесть сокращается. Как я добиваюсь этого? В первую очередь я использую, вернее, я хочу так сказать, несколько лет подряд я постоянно экспериментировала, приобретала всевозможные средства, которые продаются сейчас в специализированных магазинах, и, в общем, значит, экспериментировала. И остановилась на одном, это здравень. Вот оно у меня находится, здравень. Здравень Аква, который, значит, семена я буквально на час сначала в концентрированном растворе, прям буквально в чайной ложке замачиваю на час, потом высаживаю. И потом начинаю поливать раз в неделю вот этим здравнем. Ну, вернее, смотрите, как делаю. Замочила семена, их, значит, поместила в грунт, залила этим здравнем из расчета, там, которая в пропорции, вот этот колпачок на ведро воды. И уже следующий полив ровно через неделю. Поливать этим, вот тут у меня уже баклажаны начали сходить, я поливаю этим здравнем раз в неделю, раз в 5 дней, даже если солнечная температура, даже если почва немножечко подсохла, все равно поливаю раз в 5, раз в 7 дней здравнем. Другой водой я не поливаю. Что нам дает это средство? В первую очередь вырастает крепкое растение. И если вы его в дальнейшем сажаете, пересаживаете в открытый грунт или в теплицу, оно быстро адаптируется. Поэтому я, мой личный совет, не экспериментируйте, если вы хотите, чтобы ваша рассада хорошо приживалась на новом месте, сразу покупайте вот такой вот здравень, он стоит недорого, 90 рублей, хватает надолго, это концентрированный раствор. И, в общем, в дальнейшем ваши растения вас будут только радовать. Сейчас у меня вся терраса заставлена вот такими вот, значит, стаканчиками. Там у меня везде абсолютно, они везде-везде. И в другой комнате, поскольку начинается сезон, мы стремимся быстро посеять, быстро, чтобы взошли наши растения, чтобы потом уже посадить в теплицу. И к майским праздникам, чтобы уже у нас колосились растения. Сейчас первая половина марта, и у меня уже вот, ну, баклажаны я прям 5 дней назад, значит, вот только начали проклевываться, но баклажаны долго. Помидоры буквально 5 дней уже выросли. Это вот, значит, перчик. Поэтому делюсь своим советом. Надеюсь, вам он поможет, чтобы вы не тратили деньги зря, не тратили, не покупали всякие современные там химикаты, а вот покупали вот этот здравень Аква, который, вот я прям увеличу, который для рассады, для цветочных, овощных и зеленых культур. Я ими поливаю цветы, все у меня колосится, все у меня хорошо растет. Надеюсь, и вам это поможет. Всего доброго, друзья, до свидания, хорошего урожая в этом году.